Что касается чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2016 году у нас в России, то я двумя руками выступаю за него и думаю, что пройдет он на самом высоком уровне. Готовы мы или нет, я думаю, что да, потому что прошедшая Олимпиада показала, что мы как раз и были готовы. И результат нашей сборной показал, что именно наша страна может подготовить спортсменов, и эти спортсмены смогут выступить на самом высоком уровне. И первое место в общекомандном зачете это подтверждает. Я думаю, что домашний чемпионат для нашей страны 2018 года станет также успешным, и наша команда, ну дай бог, попадет в топ-3. Инфраструктурно готовы мы или нет, но на данный момент объекты еще строятся. Я сам проезжаю по Волоколамскому шоссе, вижу, что там строится один из стадионов. Ну, на мой взгляд, он уже процентов на 80 готов. Хотя сейчас только 14-й год, еще 4 года до чемпионата мира. И также еще очень много стадионов строится в других городах нашей страны. Там и в Сочи, по-моему, в Краснодаре. Вот. Я думаю, что финансово и материально наши власти смогут найти способ завершить это, как бы, строительство стадионов и всей инфраструктуры. И действительно, наша страна примет этот чемпионат, и он пройдет на очень высоком уровне. Но самое главное, это, знаете, как некая такая очень большая мотивация для нашей страны, что да, действительно мы можем показать всему остальному миру, что мы можем провести любое, какое бы по масштабу большое событие ни было, на самом высоком уровне. Это была сейчас Олимпиада, я думаю, что чемпионат мира станет таким событием.